Всем добрый вечер. Давайте проверим связь. И все-таки преддверие у нас праздников, не будем задерживаться. И начнем побыстрее. Как меня, девчонки, слышно? Отлично. Значит, будем начинать. Остальные, я думаю, подтянутся. Это у нас будет... С вами на самом деле праздничная планерка, последняя в этом году. Встретимся уже мы все с вами в 2021 году на планерочке на наших вебинарах. И, конечно, мне хочется подвести итоги нашей работы за 2020 год. Он очень для нас плодотворный, несмотря на то, что везде, полностью везде во всем мире кризис, но, как вы все видите, у нас рост, и рост хороший. Специально сравнила с 18-м каталогом в 19-м году, потому что в прошлом году у нас было 18 каталогов. В этом году у нас 19-й каталог захватывает и конец 20-го и начало 21-го года. И я думаю, вы все видите, это просто неимоверный рост. Почти в два раза мы все с вами выросли, а количество людей по структуре выросло больше, чем в три раза. Это просто неимоверный на самом деле результат. Два директора у нас уже, я думаю, очень скоро мы их будем поздравлять с премией закрепленных. Вы все знаете, что нашей Гале Потапчук остался вот этот. Последний каталог, подтвердить звание, и она получает премию 1450 белорусских рублей. Ну и Любе Лыбко еще осталось без этого каталога, без 15-го, 4 каталога. Ну и раз мы такие молодцы, такая у нас плодотворная проходит работа, так как у нас методов меньше в работе не становится, их становится все время больше, поэтому я даже не постесняюсь этого слова, поставила вот такой вот шикарнейший план на 2021 год. Это вырасти нам за год до 30 тысяч баллов, конечно, можно и больше, и чтобы у нас было в структуре не менее 4 директоров. Больше милости просим, и будем только рады, но не менее 4 директоров. И я уже прям некоторых из вас даже вижу, написала специально в такой вот интересный список, значит, у нас 2 открытых директора, как я уже сказала. Дальше старший вице-директор Ольга Синькевич, ей остался буквально один шаг, одна ступенечка. Вице-директор, значит, уже полпути пройдено, уже стабильный вице-директор, повод Светлана. Наша звездочка, которая ворвалась к нам в августе, это фастовец Татьяна, которая показывает просто шикарный результат. Старший лидер Панасюк Наталья, которой очень часто буквально чуть-чуть не хватает до вице-директора. Старший лидер Довольцова Нина, которая тоже больше, чем 1000, не хватает буквально немножко. Я понимаю, какая есть небольшая проблемка у нашей Люды. Это, можно сказать, не проблемка, а такое обстоятельство, которое решаемое. Я вижу, как ты стремишься, как ты развиваешься, как ты меняешься. Все у тебя получится. И твои дети будут тебе еще помогать. Еще чуть-чуть, я думаю, старший точно будет помогать. Ну и старший консультант Мискель Лилия, которая тоже буквально, вот уже сколько каталогов наблюдаю, чуть-чуть не хватает, до 9%. Все у тебя получится. Это только начало, девчонки. Тем более сейчас у нас сезон продаж. Поэтому все-все-все у вас получится. Также не могу не назвать, что именно в нашей структуре, без структуры директоров, 45 человек
получил приз антисептики. Это 10 антисептиков. То есть они выполнили условия 50 и более баллов. Напомню, это без структуры директоров. Потому что вот уже Галину и Любе структуру я лично уже их не вижу. И вы сами посмотрите. 45 человек по 50 баллов – это 2250 баллов. Плюс ваши 50, а лучше всего 100 баллов. Итого, сами видите, что это уже почти директор. Поэтому еще раз повторяю, что компания делает все для стимулирования именно потребителей. То есть все-все-все, что нужно для привлечения клиентов, у нас есть. Дальше, можно сказать, все за малым зависит от вас. Привлечение клиентов, сопровождение клиентов и рекрутинг, конечно, на бизнес. Об этом мы сегодня с вами поговорим. Поэтому не забываю, я уже вам говорила, еще раз повторюсь, что в 2021 году всем, кто делает 50 баллов, будет сюрприз от нашего руководителя структуры, от Оксаны Богданович. Они могут вступить в женский клуб. Мы знаем, до этого можно было вступать с 50 баллов, но именно бизнес-партнером. А сейчас вот такой вот сюрприз, вот такая вот новинка, новшество. Поэтому еще раз повторюсь, всех, кто делает 50 баллов, особенно если они делают 50 баллов первый раз, в личку поздравляем, неважно, где вы там общаетесь, Вайбер, Одноклассники, WhatsApp, ВК. Поздравляем и рассказываем про возможность вступления в женский клуб. У нас есть два занятия, вот точно два занятия, которые открыты. Это то, которое было у нас в воскресенье, в честь годовщины женского клуба, и самое первое. Поэтому вы можете сбросить запись, если кто-то не может найти эту запись, пишите мне в личку, я вам ее перешлю. И, мол, посмотрите наше первое заседание или же итоговое заседание подведения итогов 2020 года. И если вам наша теория, наши мысли близки, милости просим женский клуб, нужно пришлю анкету. Поэтому обязательно и сами в чатах рассказывайте про женский клуб и, конечно, уведомляйте всех по своей структуре. И не могу не назвать тех, кто может участвовать в акции на волне VIP. Не забываем, что с каталога 18 у нас новая акция для VIP-консультантов. Неважно, или это постоянный VIP-консультант, или же это VIP-консультант новый. Получается, в течение 5 каталогов с 18 по 3 каталог суммарно нужно не менее 500 баллов. То есть каждый каталог по 100 и более баллов. И в четвертом каталоге вы получите суперприз 150 белорусских рублей на покупки, что хотите. И, как я уже говорила, что здесь можно забрать одним заказом. И сделали заказ, допустим, там на 152, на 153 рубля. 150 списалось, 3 к оплате и вуаля. Ну, а если вы делаете больше 100 баллов, поэтому обязательно просчитывайте, потому что если ваш суммарный объем будет 700, личных баллов, тогда ваш приз, премия, можно сказать, удвоится, вы получите 300 белорусских рублей. Ну а так как я знаю, что у многих у вас есть и 150, и 125, и так далее баллов, конечно, здесь лучше просчитать, чтобы получить 300 белорусских рублей. Здесь уже можно разойтись на всю и обеспечить себя, своих близких одеждой, обувью и так далее и тому подобное. Тем более ассортимент позволяет. Ну и я именно выделила бизнес-партнеров, которые вступили в эту акцию на волне VIP. Многие из них уже много лет делают. 100 баллов вы их все видите на слайде. И не могла не выделить именно участников акции покупателей. Лидирует по всей структуре. Привет-привет. Лидирует по всей структуре у нас Эйсмонт Лилия, у нее 259 личных баллов было в 18-м каталоге. Так что ей, грубо говоря,
всего лишь осталось каждый каталог чуть более 100 баллов, и она уже 100% получит 300 рублей. Русанова Наталья вступила в акцию на волне VIP, и Шелковая Анна, это структура Светланы Побот, тоже вступила в акцию на волне VIP. Поэтому, как я уже здесь напомнила, что нужно еще проверить и разъяснить по структурам директоров, каких я не вижу. Потому что, еще раз повторюсь, как только лидер делает со структурой 3000 баллов, я в отчете их не вижу. Поэтому обязательно просмотреть и поздравить людей. Ну и, конечно, рассказать, что могут получить вот такие шикарные призы. Ну а сейчас более подробно мы с вами поговорим о приоритетах в работе на 2021 год. Как я уже говорила чуть ранее, в этом году мы с вами будем делать акцент на рекрутинг, на бизнес. На дисконт рекрутинг у нас идет шикарно, у нас есть лидеры от 70 и более регистраций в каталог. Это все рекрутинг на дисконт, мы умеем с вами работать платной рекламой, мы умеем с вами сопровождать дисконтников, а бизнес-партнеры – это все-таки наша стабильность. Поэтому мы все знаем, что, как я уже ранее говорила, кризис продолжается у нас, потому что, все видите, карантин продолжается. Мы не знаем, когда он закончится. Некоторые страны уже закрыты, и все мы знаем, что все перешли на интернет-магазин. Поэтому, еще раз повторюсь, мы в огромном приоритете, что у нас огромнейший ассортимент, поэтому потребители у нас будут. Но лидеры – это те люди, которые не просто будут делать баллы, но они будут создавать устойчивость вашей структуры. Вы сами понимаете, что такое проработать по сопровождению 300 человек, а что такое проработать по сопровождению 1000 человек. А если у вас есть лидеры, которые в вашей директорской веточке, вы людей разделили в итоге, и им хорошо, и вам хорошо. Поэтому мы с вами будем делать именно приоритет в 2021 году на рекрутинг, на бизнес. Тем более ничего придумывать не надо, как говорится, придумывать велосипед не нужно. Все методы есть, просто бери, принимай и делай. Применяй и делай. Открою небольшую тайну, небольшой занавес, как говорится. Скоро-скоро опять ждет нас акция на 1000 или на 30 рублей, поэтому мы должны быть готовы, мы должны быть во всеоружии, и до этого момента нужно вовсю рекрутировать на бизнес. А когда будет акция на 1000 или на 30 рублей, мы будем делать именно корсет для наших веточек, для наших новых бизнес-партнеров. Поставьте, пожалуйста, единички, кто знал, что скоро опять будет такая вот у нас акция. Значит, когда у вас, ну это, конечно, после рекрутинга, будет появляться бизнес-партнер, нужно с ним сразу создавать отдельный чат, лучше всего в Telegram. Если вы новичок в этом деле, ничего страшного, все мы когда-нибудь начинали, значит, создается чат на троих. Мы тоже это скоро будем с вами изучать. Вы добавляете своего нового потенциального лидера, своего директора или наставника, ну и вы. В итоге директор-наставник наблюдает, как вы работаете со своим ключевым партнером. Вы его включаете в работу, даете сначала, конечно, школу. Новичок проходит школу, в это время у него растет директорская веточка, затем после прохождения школы он решает, каким методом готов работать, и начинаете обучать его методу, которым работаете сами. Обязательно именно обучить тому методу, которым работаете сами, потому что если вы этим методом не работаете, это все чувствуется, и в итоге и ваши лидеры не будут работать этим методом.
Дальше только когда обучили одному методу, когда он применяется, когда он работает, только затем даем другой метод. Точно так же обучаете второму методу, применяете, смотрите, что он работает, и только потом уже идет третий метод и так далее и тому подобное. Дальше, все-таки мы все знаем, что начальников у нас здесь нет, самодисциплина на 100% идет у нас развита только у некоторых людей, и то это уже у лидеров, которые 100% знают, для чего они сюда пришли. Поэтому нужно каждый день приучить себя там в 8 вечера или в 9 вечера именно в своем чате с ключевыми партнерами скидывать план ежедневных действий. Что за сегодня сделали, что не сделали, почему и планы на следующий день. То есть это не для нас, это в первую очередь для вас. Ну и, конечно, вам, когда у вас появляются ваши партнеры, нужно начинать проводить планерки, даже если у вас их всего лишь два. Не получается собираться в вебинарной комнате, можно собираться в закрытом доступе на YouTube, можно собираться в Zoom, можно собираться, и сейчас есть такая услуга в Viber, что вот такие мини-планерочки можно делать в Viber. Но именно проводить планерки, сближать людей, общаться, знакомиться между собой и показывать свою работу, показывать свои регистрации, показывать свое общение с людьми. Одним словом, все то, что мы с вами уже делаем. Все это приведет к тому, что именно вы будете авторитетом для своей команды. И команда будет знать, что так нужно работать. А не говорим, что девочки, делаем так, 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 а сами ничего такого не делаем. Если вы не показываете свою жизнь в чатах, и ваши люди не будут показывать свою жизнь в чатах. Если вы не рекрутируете, и ваши люди не будут рекрутировать. Если вы не проводите планерки, ваши люди не будут ни ходить на планерки, они не будут тоже проводить планерки не будут. Только благодаря вот этому всему будет создаваться именно ваш авторитет, как вас как лидера. И только после того, обращаю ваше внимание, когда вы обучили бизнес-партнеров двум методам рекрутинга, к примеру, сообщество в Viber и, к примеру, там реклама в Одноклассниках, только после этого говорим про личный бренд, что такое личный бренд, начинается изучать, развиваться личный бренд. Как влиять на лидера? Ну, знаете, как говорится, существует много различных методов и различных даже схем, но лучше всего, как мы все знаем, повторение – мать учения. Это получается посещение всех планерок, посещение всех вебинаров, проектных, ваших, обязательно, так как это лидер, он будет делать 50 баллов, обязательно, чтобы он вступил в женский клуб и повторять одно и то же все время. Вот, к примеру, была планерка, допустим, у Оксаны. Важный момент повторяю, допустим, я. Затем же эти же моменты берете, повторяете вы. И точно только тогда будет результат, только тогда будет рост ваш, наш и рост проекта. Ну, и это уже доказано, как говорится, далеко идти не нужно. Если человек что-то не делает, что вы ему говорите, значит, для него это не важно. Поэтому лучше всего взять себе привычку, когда человек тебе приходит на бизнес, сразу задавать ему вопрос. Для тебя это будет подработка или возможность изменения твоей жизни, и ты собираешься уйти с наемной работы. Обязательно проговаривайте это в начале, чтобы знать, что ожидать от этого человека. Потому что очень часто вы будете думать, что это ура, ура, наконец-то у меня появился лидер. А в принципе этому лидеру нужно, допустим, там 10-20 рублей для заработка, и для него вполне этого хватает.
методы рекрутинга, которые сейчас 100% работают, которые у нас есть, просто бери, как говорится, и делай. Значит, по теме бизнеса Facebook, который у нас недавно прошел марафон, уже есть первые отклики у девчонок. И это именно живая аудитория, активная аудитория, и именно работать только на бизнес. Дальше реклама идет у нас и через таргет, и через продвижение. Лучше всего, чтобы заходило, это от 250 рублей в день и не выключать совсем. Есть девчонки, вот, допустим, у нас, у кого зашли видосики такие, сделанные до минутки, по-моему, Жанна Филимонова, Надя Сергеева, у них эти видосики крутятся уже, ну, по-моему, месяц три. Каждый день есть результат, и они уже не отключают ее и не собираются, потому что она прокачана, там уже более 1000 просмотров, очень много комментариев, и каждый день есть до 15 даже заявок. Это именно что касается бизнеса. Также мы не забываем, что у нас есть чат-бот, который проводит собеседование. Поэтому обязательно у вас должен быть оформленный аккаунт под бизнес в Инстаграм. Обязательно. Ну и YouTube. YouTube-канал лучше всего сначала начинает развивать именно продуктом. Получается, к нам идут просмотры и подписываются подписчики. Но сами понимаете, что сначала это идут зарегистрированные покупатели. Затем, когда у вас прокачан идет YouTube, периодически раз в неделю, раз в 10 дней выкладывать какие-то видео, касаемые бизнеса. Вот только тогда у вас будет привлекаться новая аудитория, не зарегистрирована. Потому что если будет только идти аудитория, различные обзоры именно по продукции, в основном это идут зарегистрированные покупатели. Да, конечно, такие люди, если они не делают заказы, их периодически удаляют, но это просто обычные потребители. И YouTube, как я уже сказала, должна быть обязательно стабильность. Обязательно. Не один раз в месяц выкидывать видео. Нет. Не менее двух, а лучше три видео. Дальше не забываем про прямые эфиры именно на YouTube. Это не тяжело, абсолютно. Там, получается, заходите к себе на YouTube-канал, справа сверху есть такая, как камера, и прямой эфир. В итоге он закрытый, открытый, и все, и дальше все показываете. Точно такие прямые эфиры есть в Одноклассниках, в Инстаграм, в ВК, это все есть. Ну а дисконт, робот РК в Одноклассниках, у нас есть девчонки, которые работают и очень хорошо работают, но не забываем, что результат будет, если в робот у вас будет загружено от 100 до 200 страниц. Сами понимаете, это нужно наработать. Дальше реклама в Инстаграм. Реклама в Инстаграм, ну мы все с вами так уже работаем на дисконт. И не забываем про сервис «Быстрые ответы». И не забываем, обязательно, еще раз повторяю, копируйте ссылки на аккаунты ваших потребителей. Что в Инстаграм, что в Одноклассниках, что в ВКонтакте. Обязательно копируйте ссылки, потому что, ну, Инстаграм пока блокировок мы не наблюдали, а вот в Одноклассниках может быть, чтобы не потерять ваших людей. Реклама в Одноклассниках тоже мы с вами уже работаем. Когда была планерка у нас с директорами, ну, и когда совещали, что лучше всего реклама в Одноклассниках заходит именно по Беларуси. Лучше всего.
Поэтому имейте в виду, конкурентов у нас очень и очень много. Только в нашем проекте вы сами видели, сколько людей в чате «Ускоренный рост директоров». Все работают рекламой. И очень много работают девчонок из России, из Казахстана, именно на Беларусь. Поэтому имейте в виду, должен быть именно ваш набор, именно какой-то ваш интересный текст, то есть не где-то вы увидели картинку, где-то увидели текст, изменили одно-два слова, нет. Пишите все сами. И обязательно создавайте и продвигайте страницу, оформленную под Беларусь. Не забываем, что чередуем с отзывами. Отзывы у нас есть очень хорошие и очень часто по отзывам тоже заказывают. Ну и совсем недавно некоторые из нас начали работать именно в рекламе группа в Одноклассниках. Тоже очень хорошо заходит. Вот группа в Одноклассниках вроде бы не блокируют, и она продвигается очень хорошо, и можно вставлять на заявки анкету. Это все по обучению есть. Кто хочет попробовать, пишите мне. Ну, конечно, уже после праздников все начнем. Это то, что я говорила недавно. Значит, здесь я привожу пример рекламу на бизнес нашей Нади Сергеевой. У нее, как вы видите, обычная фотография, где она с ноутбуком, книга, значит, сделана в Canva, и выбираем обязательно аудиторию. Обязательно. Здесь у нее продвижение поста, как видим, с подробной аудиторией. Именно с подробной аудиторией это пост у нее зашел и крутится уже несколько месяцев. Как я уже сказала, откликов на такую рекламу до 15 идет. Если не отвечают, обязательно работаем дожималки. Значит, здесь, еще раз повторюсь, не забываем, что у нас есть робот, который проводит собеседование. Это получается, идет экономия просто шикарнейшая вашего времени. И только после этого у вас идет сопровождение этого человека, доведение до заказа, до активации его личного номера. Не забываем, что без активации личного номера школу, девчонки, ни в коем случае никому не даем. Обязательно, просто обязательно. Значит, те вопросы, которые у нас уже некоторые решились, некоторые решаются. Значит, как вы уже знаете, что с Нового года у нас будет новый чат «Ускоренный рост директоров». Напоминаю, что, ну, конечно, личный объем 50 баллов, не менее. Дальше от 10 регистраций в каталог. Поэтому, сами понимаете, просто для того, чтобы переходить с чата в чат, такое не пройдет, потому что у нас на самом деле иногда бывает просто шикарнейшая информация там, которая не должна никуда уходить, поэтому всем подряд мы ее не раздаем. Как говорится, регистрации нужны для вас, поэтому если у вас нет 10 регистраций в каталог, значит, вы что-то не так делаете. Поэтому если вдруг кто-то еще не заполнил анкету для смены, для перехода в новый чат, обязательно пишите мне, я вам дам анкету. Дальше напоминаю, что всегда старые чаты у нас удаляются, поэтому если вдруг вы еще так не делаете, допустим, там копируете какую-то информацию, какие-то переписки и так далее и тому подобное с чата, просмотрите информацию выше, потому что скоро чат будет удален. Также не забываем, что в воскресенье у нас проходил женский клуб, последний тоже в этом году у нас был недавно праздник, год нашему женскому клубу. И вот тоже женский клуб переходит в новый чат. И напоминаю, что с нового года в женский клуб могут вступать обычные потребители, которые делают на постоянной основе 50 баллов. Поэтому еще раз повторяю, что вам нужно поздравить и уведомить каждого, кто получил
антисептики в подарок и сказать, что имеешь право вступить бесплатно в наш женский клуб, который функционирует уже более года. Напоминаю, что две записи женского клуба можно давать в бесплатный доступ. Это самую первую встречу и встречу, которая была в воскресенье. Дальше. Понедельник нового каталога. Всегда проверяйте своих людей в женском клубе. Обязательно. Ну, пока их пока мало, так я знаю всех. Я имею в виду бизнес-партнеров. Но так как с нового года у нас можно вступать и потребителям, всех узнать невозможно. Поэтому в понедельник обязательно проверяйте своих людей, или у них есть 50 баллов. Если нет, значит, нужно этого человека удалять, чтобы у нас так не получалось, что дается шикарнейшая информация бесплатно, а люди, которые не выполняют условия, присутствуют и получают эту информацию. Значит, обязательно посмотрите, сейчас у нас всех уже есть фотосессии. Обязательно смените аватарку в Telegram, это в первую очередь. Ну и посмотрите обязательно Viber, посмотрите Одноклассники, ВК и так далее. Посмотрите везде. Дальше посмотрите, или вы правильно подписаны. Не забываем, имя, фамилия, идет именно черта и фамилия наставника. Между чертой и фамилиями должны быть пробелы с двух сторон. Дальше, просто где-нибудь займитесь этим и поудаляйте, как говорится, почистите ненужные вещи, поудаляйте ненужные папки на компьютере, поудаляйте ненужные какие-нибудь каналы, вот, допустим, в том же Telegram или же в Вайбере, кто где, может, вас приглашал какие-то сообщества, которые, в принципе, вам не нужны. Тоже поудаляйте все, чтобы не было никаких отвлекающих моментов. Как говорится, в Новый год приходим с новыми идеями, со свежими идеями и со свежей головой. Подтяните два метода рекрутинга, которые у нас сейчас хромают. Это Одноклассники, потому что Инстаграм заходит уже хорошо, Одноклассники хорошо, если наработанная страничка. Наработанная страничка в Одноклассниках – это если у вас от 500 друзей. Тогда она уже может сама без рекламы приводить результаты. Если же там у вас 100-150 человек и очень много – это взаимоподписки, сами понимаете, результата не будет. Дальше нужно вовсю брать именно Facebook, обязательно, пока еще не вышел этот метод, как говорится, извне. Дальше изучаем SMM-планер, чтобы освободить себя, особенно в Instagram, откладывать посты. Например, в Одноклассниках, в ВК откладывать посты. Мы это знаем, это легко, в Инстаграм сложнее, нужно через SMM-планер. Но в чем суть Инстаграм? Не обязательно, чтобы под каждой фотографией были посты. Главное, чтобы была красивая, яркая, качественная лента, именно профессиональные фотографии. И не забываем, девчонки, про группу в Одноклассниках. Я сама очень часто про нее забывала. Сейчас вот, ну, может, месяца два, когда я постоянно ее уже веду, а до этого она периодически меня пустовала или же я нажимала поделиться со своей основной страничкой. Сейчас это не тяжело. Я загружаю пост в своей продуктовой страничке в Одноклассниках, сразу захожу в группу и тот же пост загружаю в группу или же в это же время, или же там отложила на час и на два. Вот, допустим, и сегодня я загружала в одну строчку, получается, ленту в Инстаграм. Три отзыва. Сразу же три отзыва в Инстаграм, в продуктовую страничку в Одноклассниках, в группу и на канал Телеграм продуктовый. Сразу везде загрузила, посмотрела, если этого еще нет в примерочке, кинула в примерочку. Это не так уж тяжело.
это, ну, максимум 5 минут у вас займет. Просто главное взять привычку, что не просто одно сделал, а сразу везде загрузил. Потом еще сразу зашла в память телефона и удалила эти картиночки, потому что они повторяются, сами понимаете. Нововведение в 2021 году. Значит, у нас обучений будет еще больше. Школа партнера, школа лидера будет в 10 часов, как и была. Школа рекрутинга, марафоны по рекрутингу будут продолжаться. Если это в этот день у нас, как всегда, будет какой-то вебинар в 10 часов, значит, школа рекрутинга или в 9, или в 11. Также нововведение у нас уже расписано на полгода. Школа новичка 2 раза в неделю будет проходить в 19:00. Поэтому обязательно своим новичкам говорите, что будет 2 вебинара в неделю. Это у нас... Вот так меня слышно. Это у нас понедельник и четверг. Всегда будет 7 часов. Будут продолжаться марафоны по продукту ежедневно в Инстаграм. Все объявления скидываются в чат, в Телеграм и в Вайбере. Дальше напоминаю про женский клуб. Как я уже говорила, могут вступать все, даже обычные покупатели. Ну и будет клуб развития тоже под руководством Оксаны. Это уже будет от 100 и более баллов. Что там именно будем мы узнавать, изучать? Как говорится, знает только Оксана, но вот такие у нас ждут нововведения. Вы их уже многие слышали, но кто не слышал, как вам наши новости? Также... Не забываем, что мы с вами работаем в команде, поэтому еще раз повторюсь, если что-то где-то новое узнали, обязательно рассказывайте в чатах. Не нужно заниматься, ну, таким вот словом не очень красивым, ныканием, что «ой, я узнала, хорошо, пока работает, возьму». Ни в коем случае нельзя так думать. Вы берете все методы, все обучения, которые у нас есть в проекте, поэтому точно так же нужно делиться в проекте то же самое. Не забываем, что проект у нас пропагандирует именно как единую систему и как дружный коллектив. Поэтому, если у вас где-то есть какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать в личку у наших лидеров. Ни в коем случае. Вы не представляете, сколько мне пишут девчонок, которых я знать не знаю, по продукту, по офису и так далее и тому подобное. Вот не надо далеко идти, по-моему, вчера или позавчера, наверное, 25-го перед нашим рестораном, писала одна девочка, что мне Таня Гайдар посоветовала спросить у вас по поводу похудения, там то-то все. То есть люди пишут, не стесняйтесь, то же самое и вы. Если вам кто-то долго не отвечает, не забывайте, что в Телеграм, когда вы пишете человеку, которому никогда не писали, ему сначала все идет без уведомления. А если у человека много чатов, ваша переписка опускается вниз. Поэтому не сразу можно увидеть. Я сама сколько раз иногда видела сообщения через 2, через 3 дня, потому что чатов очень много, и когда все одновременно не успеваешь посмотреть вовремя, в итоге вся история опускается ниже. Дальше не забываем, что мы с вами независимы, мы не зависим ни от кого. И все всегда зависит только от нас. Вы именно лицо проекта, вы именно лицо компании. Так как я уже сказала, мы с вами 2021 год, даем упор именно на рекрутинг, на бизнес, девочки, обязательно смотрите на свои аватарки. Просто обязательно, чтобы у вас все на фотографии было идеально, чтобы у вас
красиво были уложены волосы, чтобы у вас был маникюр, чтобы деловая какая-то или обстановка, или же сейчас не обязательно, чтобы везде были в костюмах, можно и просто в свитере, и в джинсах и так далее, но именно чтобы была профессиональная фотография, потому что сами понимаете, я думаю, вам рассылки тоже поступают от других сетевых компаний. Сами видите, как получается даже иногда смешно, когда предлагают вам бизнес, а на аватарке совершенно не бизнес-партнер. Поэтому обязательно люди придут сначала на вас. И если вы приглашаете проект-партнер в успешную жизнь, значит, вы должны вот это все просто с аватарки человеку передавать. Точно такие должны быть у вас фотографии на вашей страничке. Потому что получается у нас будет не состыковка. Ну и, конечно, не забывайте, что я в вас верю, мы все в вас верим, точно так же должны вы сами в себя верить. Не подведите в первую очередь себя. Верьте в себя, никого не слушайте. Постарайтесь изменить круг общения. Если вам с кем-то неприятно общаться, не общайтесь. Как говорится, родственников и родителей не выбирают. Остальное право выбора за вами есть. И только когда вы будете не то, что хотеть, а просто знать, что в сетевом деньги есть. И нужно стремиться не просто вот эту ступенечку директор. Нужно стремиться к доходу выше директора. То есть не 800 рублей, не 1000, не 1200, а у вас в голове должны помещаться суммы 2000, 2500, 3000. Это все реально. Вы сами видите, какие доходы у нас получают девчонки. И это все выплачивается вовремя, задержек никаких нет. Все тараканы из головы рекомендую в преддверии Нового года выбросить и понять, что все реально и все зависит только от нас. Ну и, конечно, на этой ноте я хочу завершить нашу быструю планерку, потому что у всех, у многих вас, я думаю, да и не многих вас, а всех праздничное уже настроение, все-таки 28 декабря осталось всего лишь пару каких-то деньков. 2021 год, он у нас будет очень успешным, мы это знаем. Компания Faberlic нам в этом поможет, поэтому ставьте цели, мечтайте, пишите цели обязательно. Они сбываются. Проверено уже много-много раз. Главное взять привычку не выбрасывать старые свои блокнотики. И потом, когда их просматриваешь, реально видишь, что все сбылось вплоть, ну, до дня нет, но до месяца 100%. Год будет сложным для всех, но для нас, именно партнеров проекта «Партнер», он будет поворотным, потому что многие знали, что так будет. Но давайте не забывать, что мы с вами строим свой бизнес, строим свой бизнес дома. И в этом у нас огромнейший просто плюс. Ну, волшебство, оно, наверное, есть, оно случается. Но к нему нужно идти, идти и еще раз идти. Год 2021 у нас год быка. Поэтому давайте возьмем быка за рога и вперед к нашим мечтам, к нашим свершениям, к нашим успехам. И еще раз повторюсь, девчонки, мечтайте, планируйте и просто действуйте, и все у вас получится. До встречи
следующем 2021 году. Рада, что вы пришли. Все. Я сегодня быстро. Всем пока.